В Смоленском сельском поселении прошла отчетная сессия совета, на которой глава местной администрации Сергей Безуглов отчитался о проделанной работе за минувший 2022 год. Руководитель администрации рассказал о бюджете и основных направлениях деятельности. В 2022 году бюджет Смоленского сельского поселения поступили налоги и налоговые доходы в размере 47 миллионов 352 тысячи рублей. Расходы составили 49 миллионов 300 тысяч. Расходовались деньги на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, дороги, благоустройство территорий, наведение санитарного порядка, спил деревьев и многое другое. В рамках краевой программы на условиях софинансирования отремонтировали артезианские скважины. Жители, пришедшие на сессию, смогли задать волнующие их вопросы не только своему главе, но и руководителю муниципалитета и представителям районных служб и ведомств. Наиболее часто из них касались перебоев в электроснабжении, работы мусороуборочной компании. У многих до сих пор возникают вопросы относительно принципа начисления счетов за вывоз бытовых отходов. Вы наверняка не заключили договор в письменном виде, так? Да. Вот поэтому пойдите заключить этот договор, и вам внесут все изменения. И сделают перерасчет, и будут брать так, как по тому количеству людей, которые у вас там живут. Оплата проводится не в полном объеме и заключены не все договора. Поэтому тут надо, я думаю, действовать сообща. И заключить договора, и потом уже требовать услугу. Поэтому компания коммерческая. То есть то, что они заработали, то они вкладывают в развитие территории. Волновало людей и продолжение работ по расчистке русла реки Афипс для избежания возможных подтоплений. В целом, деятельность Сергея Безуглова депутаты признали удовлетворительной. С такой оценкой согласился и глава района. Мое мнение, что Сергей Петрович с людьми, с жителями общается, людей слышит, от людей не уходит, от проблем не прячется. Конечно, вопросы есть, они будут, они никогда не кончатся, не закончатся, но если их решать совместно, то можно их быстрее и качественнее решить. Поэтому в любом случае важна обратная связь от людей, от населения.